Я. Меня зовут Лёша. Я люблю играть в футбол и гулять. А еще, скажу по секрету, я могу превращаться. Способности у меня такие. Могу превратиться в птицу или цветок, в животное или машину. Однажды зимой я превратился в белого медведя по дороге в школу. Да так испугал ребят. А это я превратился в директора школы. Выручал новенькую учительницу. Кого я только не превращался. И в кран, и в муху, и в солнечного зайчика. И даже в Пушкина. Это потому, что я люблю удивлять людей. Хотите узнать мою историю?